Я вообще рыба самолетчик. Галактические рыбные приключения. Осматриваю точность турели. Последний тип санкции. Ну, 60%, 60% матрикс уровня, например. Апгрейд тренами для Кодинсон был там. Плюс 20 еще, то есть 80 точность захвата цели. И еще 80 точность попадания в цель, когда он цель захвачен. То есть это точность удара я буду убить. Или комплекс пушек. Отлично захват для комплекса пушек происходит. Но за счет дельной системы, то есть одна из пушек захватила, а другие нет. Тут на следующем темпоинте это лечит слово там. Если он не вышел из прицела, из сектора обстрела, значит, будет дальше сопровождать уже весь комплекс. Знаете, на вот смотрю, что Силлер это пример. У него МК-1. Но если Силлер, который Силлер МК-1, а Силлер Пинк, он уже 3. Пинк 3. А Тэм и Аква Линш, это как бы одно и то же, но Аква это конкретный персонаж. То есть Винкс, 20 опыта и 30 годами. Ну, в сущности, всех Силлера это Космикс, Твикс, сущный. И так же самое у Рейдера, 10 ГБМ, но у него артефактный как бы 10 ГБМ сложный, которому опыт заложен. Вот этих 30 опыта, которые содержат сущность Рейдера. То есть его 2-1 и 40 маневренности, то есть он имеет сущность тоже Трикс. Но она стоит из того, что его сущность, ну, то есть харизма Рейдера. 2-1-40 эмуляция. Потом администратор базы и там что-то третье, например. Потом мини-турельная, например, 30%. Но это уже с артефактом бонус. Если пушка сама стреляет, там 60 точность, то турельная точность прибавит до 90. А захват так и останется 80. Ну, захват цели. А с точностью 90 будет уже выпадать. То есть это не как бы не имеет значения. И также все эти, ну вот, главный калибр у всех разниц у рейдеров это оборотный. Ну, то есть чаще, вот он даже скорее разворотный. Оборотный это который на 180 градусов резко выворачивается. И есть какой-то, ну, пушки три нарисовали. А у поворотных они все турели поворотные по радиусу. Ну, еще какой-то вверх там по сфере смотрим. Ну, они там до 270 или сколько-то выходит. По радиусу. Сферу. Ну, так оно друг другу оборудование может тоже перекрываться или там новое. Астероиды или другие хитят, они сидят, другие корабли союзные. То есть не во все сразу можно прицелиться, особенно если корабль на маневре. А то есть маневр самого корабля, то пушки еще могут быть подстроены под это, если не превышает возможности. То есть 60 точности, 60 маневренности вроде нет. А если будет лорд МК-2, у него 60 маневренности. То есть если он форсажник, то есть до 80, то точность турели может спрыгнуть до 40, например. А у него точность 80, да, у турели. Ну, комплексы турели. Ну, все, одинаковый комплекс изображен. То есть до 40 упало, но 80. Вот если он полярный, то есть сущность, он даже 30 ГБМ, 30 опыта. Ну, то есть 30 опыта, 30 ГБМ. Если сущность полярника у него закреплена, ну то есть у него там карнетин какая-то была, проявил ее, по сути говоря, и закрепил бонусами персонажа. Но не с полярностью, но в этот момент нужно
На форсаже, когда 40 упала точность. До 40. Сделать обратно 80. Но при определенных условиях. Ну, то есть, эти возможности, ну, пошли выше там, ну, все, то есть, ну, другие какие-то. Ну, пушек вооружений, что можно быть дороже. Выйти, да. То есть, кто-то другие персонажи производят, которые выше уровня производят. Оборудование производят. Потому что если персонаж, допустим, он был рейдером, он стал бы перлордом, матричным перлордом. То есть, 3-2 и 3 скорости. Два починочных корпуса дроида и 60 маневренности. То вооружения у него еще нету. Такой ни МК-3, ни дроида, починки ни этих дроида, ничего этого нет. Он просто как бы стал. То надо все произвести, чтобы оно было. То есть надо заранее готовиться, то есть если не двигатель. Матрикс рейдера был МК-3 этих маневренности. То тут он уже может это делать. Вот, дроба с МК-2 на МК-3. Персонально, возьмешь дни, например. Ну, это реальных, там, 24 часа, да. Какое-то время потратить, там, с них, сутки. За трое суток он делает, обрывает это. Ну, главный калибр может... Трое актуалов, наверное. Большая. Смотришь, что он там, если гатинг лазера стоит, синдировать одно. А можно там... Розовые энические. Ну как, номинально розовые, они 30 точности. Ну, в принципе, как говорят, он лучше, ну, 30. А вот этому надо... Если на турели, например, на турели, все навыки, вот, они будут 60. Либо они надо иметь длинный калибр. Плюс 30 точности. Но тут уже на малиновом калибре по-другому. Точность его хотел расставить, но там может возрасти. Крити, допустим, в 3 раза более. Он давал образно 12%, то стало 36%. А если было 30%, то уже может завести 90% с вооружением. Ну, то есть малиновый калибр это выгодно. И турели тоже выгодно. Ну, трэвел для затяжного боя пока. Там где-то вот осколки дают, то есть было вторжение тут. Оно расползлось по системе вторжения. Ну, сотни там этих вот таких. Может, 150. Система большая. Половину их перебили там осталось. Но они же чего вот там, ну, три, например, направления. Осталось их... По 50, а там, по 22, по 21, чуть меньше половины, потому что падает. Дальше там, ну, ноток все еще целые, розиксы, какие-то розиксы падают. И там уже идет боевка, битвы там, могут торговцы в этой системе, или кто-то прилетает на помощь, типа, файтеры какие-то подлетают. Значит, они еще больше расползаются. Но они... Тоже ж, как защитная мощь система, они бесконечны, то есть они, например, платформы, которые астероидные, там, или возле баз, они повыпускали торпеды, ракеты, и их больше нет, их надо перезарядить. Возможно, или подвести, или там, с базы, чтобы какие-то дроны, или кто-то подлетел, или пока застыкуются эти платформы, сейчас их разбили, скорее всего. Ну, платформа обычно умеет так. Может иметь там пару тяжелых, ну, X-платформа, четверка, да. Ну, рейсы скрещены, он летает, там крутится. Турбодюза. Ну, вообще автоматическая практически, или там она с базы управляет. Или кораблем, ну, кстати, кому принадлежит. У нее может быть торпедная запах. Еще торпед, ну, таких, как болвана, не особо крутые. Или там ракетница стоит. Низкая турболазер, она обычно два торпеды, низкая ракета. Смотри, сколько заряда есть. Торпеды они для чего служат, чтобы если там рогикс какой-то вынырнул. В осеронных полях его просадили астероиды, там, и он на файтерами нарвался, на файтер. Он пытается дальше там на платформу навязать.